В актовом зале детской школы искусств Покачей приветствуют аплодисментами 27 выпускников. Радостное и в то же время грустное событие. Сегодня их последний день в качестве учеников учреждения доп. Образования. Пусть знания, полученные в школе, непременно станут залогом ваших будущих достижений. Помогут вам достичь максимальных вершин в выбранном виде деятельности, реализовать любые творческие замыслы и начинания. Сегодня выпускники ДШИ уже способны реализовать себя в творческом плане. Годы обучения не прошли даром. За терпение и усердие благодарят в этом зале наставников. Именно они поддерживали у ребят интерес к знаниям в различных областях искусства – музыкальном, хореографическом, изобразительном. Помогали справляться с неудачами и, наоборот, радовались их успеху. Всего в школе искусств работает 32 педагога. И лучшим поздравлением для них сегодня – безукоризненное и образцовое выступление подопечных. И кульминационный момент – торжественное вручение выпускникам почетных грамот и свидетельств об окончании учреждения дополнительного образования детской школы искусств Покачей. От 3 до 7 лет. Столько времени у выпускников ушло, чтобы овладеть профессионально навыками и умениями и получить заветное свидетельство. Педагоги и родители верят. Сегодня из стен ДШИ выходят прекрасные танцоры, музыканты, певцы, художники, способные и готовые дальше покорять мир искусства. Татьяна Ботинева, Ксения Абрамова, Рустам Салтукиев. Специально для новостей.